В наше время каждый должен знать, что такое полевой госпиталь. Трудно представить, но статистика, к примеру, времен Великой Отечественной войны говорит о том, что именно медицинская часть спасла и вернула в строй более 90% тех, кем и была достигнута тогда победа. А если точнее, то это целых 17 миллионов человек. Из 100 раненых только 15 возвращались в строй благодаря работникам тыловых госпиталей, а остальные приходили в форму при военном госпитале. Важность так называемой военной экстремальной медицины в России в целом определяется не только большой численностью вооруженных сил, но и тем, что этот ресурс возможно применять при возникновении серьезных чрезвычайных ситуаций, связанных, например, с природными катаклизмами. Что касается технического оснащения, оно может быть очень сильно унифицировано с таковым в МЧС, что облегчит проведение совместных операций при возникновении такой необходимости.